Здравствуйте, меня зовут Владимир. В этом коротком видео я хотел рассказать про самое передовое японское массажное кресло, которое производят в Японии. Называется массажное кресло Окха М8. Почему это передовое кресло? Потому что это Rolls-Royce в мире массажных кресел. И начнем мы с того, что для того, чтобы сесть в это массажное кресло, его подлокотники открываются, как двери автомобиля премиального. Открывается боковинка, вы садитесь внутрь кресла, закрываете за собой, и у вас есть такое полноценное ощущение премиального автомобиля. Это кресло выпускается в искусственной коже и в натуральной коже. В натуральной коже, в том месте, где находится сиденье и спина, выполнено из алькантары. Почему это кресло самое лучшее, на мой взгляд? Во-первых, у него SL массажная каретка длиной 129 см. Во-вторых, его массажная каретка состоит из двух частей. Одна с четырьмя роликами для спины и еще одна для бедер и ягодиц. И еще четыре ролика. Всего 8 роликов. Такого количества роликов не бывает в других моделях массажных кресел. В-третьих, здесь есть запатентованный механизм, называется Delta Wave. Этот механизм, который позволяет прорабатывать очень хорошо часть спины, нижнюю часть поясницы и ягодичную область. В-четвертых, здесь есть прогрев. Прогрев здесь выполняется с помощью роликов, а не с помощью накидок, как сделано в других массажных креслах. Здесь есть 4D-массаж и, соответственно, 4D-сканирование. В этом массажном кресле есть очень красивая подсветка. Если обратите внимание, она меняет цвета. В темноте смотрится красиво в любом интерьере. В этом массажном кресле есть уникальная проработка ног, где есть такой же растирающий массаж голени, есть роликовый массаж стоп, есть массаж воздушно-компрессионными подушками. Здесь только в одном массажере для ног 16 массажных подушек. Кроме этого, здесь много есть автоматических и ручных программ. Например, можно сделать так, что у вас будет одновременно массироваться и спина с роликами, ягодичная область и роликовый массаж стоп. Само по себе это массажное кресло, на мой взгляд, имеет самый, наверное, футуристический дизайн сегодняшнего дня. Пишется красиво в любой абсолютный интерьер. И самое главное, что создатель дизайна этого массажного кресла японский дизайнер Кен Акуяма. Например, он делал дизайн для модели Ferrari. И у каждого массажного кресла есть сертификат, подписанный лично им. У каждого массажного кресла есть уникальный номер и шильдик с подписью этого известного дизайнера. Выбирая это массажное кресло, вы берете для себя бескомпромиссный вариант, лучший, который есть на этом рынке. А если хотите его получить по лучшей цене в России, обращайтесь в магазин массажное кресло РФ, и мы сделаем вам лучшее предложение. Спасибо.